Всем доброго дня. Снимаем мы в компании Джетина кофейный островок на базе Джетина 24. Система оплаты картой Виндиста. Можно по желанию KitPos Light поставить. Очень хорошо работает. И купюроприемник. Да, то есть они монтируются вот сюда. Здесь есть специальная дверца с ключиком, где можно добраться к ним, к этим платежным системам. Также вот такой вот офигенный бомбический автомат с 14-дюймовым монитором. Также вот такая вот сиропница на два сиропа с крышками, с трубочками, либо размешкой, либо сахаром. Ну и, соответственно, сама тумба вот с такими двумя диспенсерами для стаканов, с отверстием для мусора. Вот такой вот замечательный кофе-поинт вы можете приобрести в нашей компании Джетина. Сейчас мой помощник покажет, как это все происходит. То есть, вот так вот это все происходит. Можно регулировать количество кофе, то есть крепость, кто хочет покрепче, хочет менее крепкий кофе. Вот так вот идет процесс приготовления. Также процесс приготовления он производит видеоролики со звуком, то есть кому это нужно, можете свои ролики загружать. Аппарат работает на системе Android. Здесь уже идет автомат с увеличенными емкостями. Сверху идет крыша с такими большими емкостями. Прозрачный зерновой контейнер для привлечения клиента, чтобы люди видели, что идет. Ему продается зерновой кофе. Приготовление достаточно очень быстрое, не надо ждать. Заварочная камера увеличена, где можно регулировать количество помолов. То есть кому большая чашка, маленькая чашка. Также можно настроить аппарат на 2, на 3 вида кофе. То есть объем будет там 200, 300 и 350. Да? То есть это будет отображаться, все будет видно и понятно. Никакой франшизы, никаких переплат, никаких обязательств. То есть вы оплачиваете, забираете готовые решения. Либо мы отправляем через транспортную компанию. На автомат мы даем гарантию сроком на 3 года. Также есть английская версия здесь, то есть для наших гостей, кто знает английский нашей страны, да, то есть вот такой вот замечательный автомат вы можете приобрести в нашей компании. По всем вопросам обращайтесь, с радостью расскажем, покажем, научим. Всем хорошего дня, до свидания.